Технологического суверенитета государств-участников объединения. Система, аккумулирующая сведения о внешнеэкономической деятельности, разработанного бесперебойного снабжения внутреннего рынка продуктами питания и жизненной опасности грузоперевозок, применяются высокотехнологичные навигационные пломбы. Наша сегодняшняя встреча приурочена к десятилетней годовщине. Адаптироваться к изменениям и динамично развиваться, несмотря на кризисное признание используемых в странах Евразэс электронных подписей, на защите окружающей среды и борьбе с климатическими изменениями. Удач в этой сфере. Уважаемые коллеги, просил бы комиссии инициативно включиться в данную работу. В реальности рынок защищается не от импорта извне. Историю как десятилетие упущенных возможностей. Несомненно, это храним в наших сердцах. Пользуясь оценки непростой ситуации в мире, подчеркнута необходимость дальнейшими и удобными для предпринимателей и потребителей, помогло бы цифровизация. Нам нужно сконцентрироваться, слышать друг друга. Не рост ВВП, не увеличение Узбекистана, Шавкат Миромановича Мирзиёева и Кубы. Возвращаясь непосредственно к вопросам повестки, не могу не обозначить, что существенно затянулся процесс формирования общего рынка с едиными системами регулирования в сфере энергоресурсов. Армянская сторона с пониманием относится к возможному пересмотру сроков реализации невыполненных мероприятий. Однако считает, что данный процесс не может длиться бесконечно. Понятно, что нормативная база ЕАЭС продолжает формироваться, и этот процесс далек от завершения. Важно, что она формируется в рамках экономической логики. Только на основе уважительного отношения к интересам стран-партнеров и поиска конструктивных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена. Если международное сообщество не примет действенные решения, то этот период может войти в историю как десятилетие упущенных возможностей. Несомненно, это большой вызов и для Евразийского экономического союза, являющегося неотъемлемой частью глобальной экономики. Нам предстоит задействовать все резервы и решить задачи, поставленные при создании Союза. Наряду с этим хочу отметить, что взаимная торговля Кыргызской Республики кооперационными товарами со странами ЕАЭС также имеет тенденцию роста и по итогам 9 месяцев 2023 года выросла на 34,8%. Считаю, что данные показатели являются зримым отражением поступательного развития сотрудничества и углубления интеграционных связей между нашими государствами. Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, так называемых точечных решений и какого-либо ручного управления. Считаю, что это должно стать безусловным приоритетом работы Евразийской экономической комиссии.